Как вы думаете, что там внутри? Не колется? Не знаю, никто не жаловался. Лед? Да, и бутылка шампанского кристалла. Угу, за столько. Давайте, намек на то, что в ведре. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Да, там все батарейки, ребята. Там все батарейки внутри лежат от вот этого пульта. Ой, когда-нибудь я куплю аккумуляторы. Вот. Наверное, в тот момент, когда вы мне покажете счет за эти батарейки. Без телефона? С телефоном. А я без еды. Хочу есть. Что-то пошло не так. Не все товары есть в наличии. Так, ну, а как? А как понять, каких товаров нет в наличии? Началось. Как тогда? Ну вы помните, да? Дежавю. А? Что мы будем сегодня готовить? Нам нужна какая-нибудь поваренная книга из вселенной Гарри Поттера, как вариант. Нет? Для пудинга не... Я пудинг хочу попробовать приготовить. Бумага для выпечки, яйцо фермерское, масло подсолнечное, форма. Сгущенное, лимонное это, крекеры, молоко. Все. И, короче, даже если что-то... А, туалетная бумага, блин, для Игоря, точно. Хотел сказать, даже если я что-то забыл, хрен с ним. Туалет. Все, нажимаю. Оформить заказ. Пожалуйста, укажите номер телефона. Указываю. Введите код. Ввожу. Продолжить сессию. Оформить. Не выбран способ оплаты. Да что ты говоришь-то такое? Сумма заказа 350. То есть вы меня залогинили и удалили все, что я добавил в корзину? Вы что, идиоты, что ли? Окей, бумага для выпечки. Добавил. Яйца. Продолжить сессию! Продолжить, пожалуйста! Приложение, продолжай сессию! Оформить. К сожалению, не все товары есть в наличии на указанный период доставки. И каких же товаров нет в наличии, как я должен понять по вашему приложению? Каких товаров нет в наличии? Ладно, что же из товаров может быть не в наличии? Может быть формочка из силикона? Давайте ее удалим из корзины. Нажимаем. Оформить. Не все товары есть в наличии. Интересно. Идем дальше. Ладно. Может быть, вот эта формочка стеклянная, может, ее нет в наличии? Нажмем оформить. Не все товары есть в наличии. Не угадал. Может быть, вот эти вот силиконовые формочки? Оформить. Не все товары есть в наличии. Интересно. Ну что ж, у нас осталась одна форма, может быть, ее нет. Форма Бейкерс. Оформить. Не все товары есть в наличии. Может быть, крекеры из Вьетнама не приехали. Давайте их удалим из корзины. Оформить. Не все товары есть в наличии. Что же у нас осталось? Давайте угадаем. Соль экстра, молоко. Молоко сгущенное, масло подсолнечное. Может быть, бумага для выпечки удалить из корзины. Посмотрим. Оформить. Не все товары есть в наличии. Может, закончилось сгущенное молоко? Действительно, бывает такое. Оформить. Не все товары есть в наличии. Хорошо. Как же мне не везет. У нас есть соль экстра, поваренное пищевое молоко, ультрапастеризованное и масло подсолнечное Злато, блять. Удалить из корзины Злато. Иди нахуй. Оформить. Не все товары есть в наличии, блять. Ну, два варианта. Интересно, что же я сегодня себе закажу? Соль поваренную, блять, или молоко? Хорошо, удаляем молоко. Соль у нас остается. Итак, кнопка «Оформить». Не все товары есть в наличии, блядь! Соль! Последняя, сука! Хорошо, удаляем. А что осталось-то, ёп? А, нет! Это был список всех товаров, которые были недоступны. А в доступных были товары яйца, лимоны, сок и туалетная бумага. Верите, нет? Мне уже не хочется готовить, но... Твои глаза, писька. Welcome back. Ой, это я не играл. Ну, я просто запускал, чтобы графику настроить. А они спросили, как тебя зовут? Я говорю, писька. Он говорит, welcome, писька. И ты писька! Who am I? You are писька! Вот и все, это концовка, видимо, да? И твоя работа... Так, какова же моя работа, письки? Is to save the world. Спасти этот мир
от ужасного вируса. Unable to create a new path. Эй, там еще не все уснули. Эй, ну, зачем ты стучишь по экрану? Зачем ты стучишь по экрану? Мне из-за этого игра вылетела. Ну что, мне опять запускать и проверять все? Вот это вот набирать, и там же наверняка сохранения не было. Эх, черт, придется. Ай-яй-яй-яй-яй. Я готов. Мне написали, что я готов. Что ты делаешь? Ты разминаешься перед рейдом. О! Денис, русский язык есть в игре. Ты меня слышишь? Если... Блять, да, слышал. Триггерится монстры на наши голоса, надо вообще не разговаривать. Оказывается. А радио я пока не включаю. Это привлекает внимание. Ну так вот, встретились два сталкера. И что они сделали в итоге, блядь? Короче, погибли сталкеры. Погибли. Это будет громко. Вот своего товарища оставил. Ушел куда-то один, а мог его воскресить. Что ж, теперь в ад, наверное, за это попадешь. А ведь мог спасти бы его на себя, чудовище принять. Вот. Блять, это было тихо! Какой ж ты, блять, музыка? Прости. Да, блядь, ну как... Блядь! Сука! Run, boy, run! Есть два ключа на автомобиль. Кажется, он хочет проехаться с нами. Ух. Ух.
Ай, хорошо. Я соврал. Не лапша мне приснилась, пап. Я люблю... Хентай! У меня доска, веревка, ножи. Половина первого земли. Губы, обосранные штаны. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но это время мне не сможет помешать. Ты пошла, ты мразь! Ёб твою мать! Ёб твою! Оно огромное! Беги, оно огромное! Не оглядывайся! Огромное и красное! Слова моей подружки, блядь! Знаешь, кажется, от него не так легко убежать! Да, я понял, это тут вот... Ебать, тут 100 этажей, Денис. Ты чего ноги накачаешь? Блядь, Денис! Оно здесь! Оно здесь! Беги сюда! Беги сюда! О, это Денис. У нас тут профессионал! Он сейчас разберется с тобой. Че ты зовешь ее? Хайвер, я подниму, а ты беги, надо привлекать внимание. Давай, пусть он за тобой придет. Привлекать внимание? Это я умею. Давай, а я его повылечу. Ну я пошел. Отличная работа! В смысле, ты... Нет. У нас почти получилось. Да, почти получилось. Денис. Денис, ну ты чего? Я вообще беру инструмент. Ой, блядь. Я вижу, что сегодня в настроении. Вообще, блядь, не знаю. Я возьму его давай на себя и уведу вниз. А ты Ховера подрезаешь. Да-да-да, конечно, отлично. Нормально. Давай, я на этаж ниже тогда. Осторожно! Разыграла, разыгралась! Накал эмоций! Не накал, а гал! Что там Шус делает? Макс! Ты его гоняешь или что? Я вместо Максима! Максим, спасай Хайвера! Денис, нам лучше бежать. Я клянусь. Максим, ты сможешь! Спасись. Ну, Максим, ты же смог? Денис, что ли, упал внизу? Очень похоже на Дениса. Нам нужно ему помочь. Он, видимо, ненавидит рок-музыку, поэтому тебя буду воскрешать я. Надеюсь, Хаймер, он сумасшедший, он берет с собой в рейд бумбокс. Я что, музыку сюда слушать пришла? Опять труп без поклава, он следует за нами, что... Господи, теперь вниз, теперь наверх, куда? Я не буду вам говорить, кто здесь. Я думаю, когда вы встретитесь с этим существом, вы сразу все поймете. Ну, разделимся. Ребята... Да! Блядь! Погоди, так ты повар. Блять, я думал, ты и есть призрак, сука. Весь белый, как смерть. Не могу бомбу найти. Нашел. Давай. Ух, от взрыва аж вынесло все. Вместе со стрим. Fatal Error, ребят, не вру. Смотрите, Fatal Error написано. Я не причастен. No. No, this is not how night vision works. Let me explain. Night vision from China, made in China. Что создались бабушку? Здесь я не сдохну без кислорода. Вот он настоящий хоррор, детки мои. Бабушка покажет, как она умеет играть в игры.
Хитингс. Вот напишу тут. Это же наша отечественная русская. Пишет по-английски. Поехали. Спасибо, что поиграли в нашу демо. Я еще не поиграл в вашу... Фу, дело. Здравствуйте, респект за визуал. Что за слова такие, что за респект визуал? Что это такое? Бабушка не знает таких слов. Знаете, какой порич пришел ко мне в чат? На канале We Love Games постоянно о чем-то просят. Ты, я тебе сейчас... Как ты... Как забанить тут? Honey is delicious, and it's... Бабка поняла, короче, в лес надо идти. Бабка, я не вернусь. Галина, у тебя задание, как в БРПГ. Блин, ты старая. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо тебе, милочка. И вам, чем планируете заняться завтра? О, бабушка, дожить бы до завтра. Не задохнуться. Бабушка пойдет на рейд! В смысле ВЛГ? Откуда он знает, что я ВЛГ? У меня нигде не написано в системе ВЛГ. Я не собираюсь вводить свой пароль. 1, 2, 3. Блять, сработало. Сука, он теперь знает мой пароль. Чего? Это мои друзья в Стиме? Ты реальный? А ты? Я не знаю. Я уже ничего не понимаю. Я на модеме сижу? Я люблю такое. Да, давай, Зюкс, реконнект. We come to the web, search something and start exploring. Hot girls. Футболки с девчонками. Two girls, one cup. Oh no. Are you interested in a virtual assistant that can? Конец. Следующий вопрос. Кто твой лучший друг? Возможно, ты не расслышал мой вопрос. Какой ж ты гнида! Кто твой лучший друг? Кинито? А, правильно! Я твой лучший друг! Ты настоящий? Ты настоящий Денис? Или пенис? Пенис? Or Денис? Ты один? Нет. Да, он один. Ах ты сука! Откуда он забрал Бьорна? Что? Trust everything that Uncle Bjorn says? Могу ли я доверять всему, что говорит Uncle Bjorn? Это была его аватарка! Кого бы ты убил? Фак! Никого! Я не буду отвечать на этот вопрос, мои зрители! Нам пора заканчивать этот стрим! Закрывай! Все, закрой! Все! Ты боишься темноты? Да. Давайте выясним. Ах ты мразь! Что-то мне не нравится вот этот вот вопрос. Ты мой IP хочешь вывести или что? Для того, чтобы вступить в наш клуб, тебе нужно заполнить все детали. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address.
I will find out your address for you. No, в смысле? All your fans. But just so you know, I could. Он говорит, я за тебя адрес введу. То есть, если бы это был не стримерский мод, он бы набрал в гугле либо IP мое, либо что-то такое, ну типа... Пиздец. Люнь-юнь, как тебе там? Ты чё? Очень громко. Согласен. Давай настроим. Не стесняйтесь, долбите. Клюв вам зачем? А, я понял, значит, один работает, остальные стоят, смотрят. Ну, это классика. Обалдеть, он потерял свой... Меня сейчас убьют. А что так сложно-то? Ладно, договорились. Пойдем на арену, говорит. Будем сражаться напротив древа гармонии. В чем прикол? В смысле? А почему вас двое? Вы двое из дворца одинаково с лица. О, щит. Да блин, ну почему? Почему того, если можно было? Ты же его добила, значит, надо было навестись на второго, кто рядом. Блин, мне уже иностранцы помогают. Черт, какой стыд. Не могу справиться, это даже не босс. Но это типа как три босса. Да? Я не погибну. That was the end of this glorious fight. Amazing! Аки говорит, это потрясающе, говорит, было. Просто потрясающе. Я должна согласиться после 20 попыток, конечно, да. Угу. Сейчас. На бусте. Все на бусте. Все, он наполнился кровью. Give slime to mimic. Кушай, на. Ауч! Какого хера? В смысле? Я пройду эту полосу препятствий с первого раза. Сейчас. Mind work! Honey, I'm home. Привет. Привет, Машка. Заряжку можно? Нет, нельзя. Погоди, ну-ка. Можно кусок ляжки теперь потрогать, да. Ну и как так вышло, неприятно, конечно. Извини, Мария. Правда, извини. Не хотел. Да. Это было, кстати, уже не специально. Все, я не трогаю мимика, ладно? Я не трогаю. Будем трогать. Где-то должны быть настройки ми... Че, не ест? Меня! Вот куда я без зрителей? Помогают уже в таком возрасте помогают мне с уборкой. На старости лет стакан воды, я надеюсь, поднесут. Это точно музыка из этой игры? Простите. Ну музыка, где музыка? Я не готов играть без музыки, алло. Что это такое? Что это? Don't hide and get away! Сука! Сюда рёшь-то? Если проблема кроется в основных допущениях, то... Пока что мне удавалось... Да ёб твою мать! Успевать писать новые страницы до того, как их перевернут. Не смей, я сейчас переверну, чтоб там... Сука. Именно этого мы и добивались. Рефлексируя о трагедиях прошлого, забываешь о настоящем. Можно еще один донат, пожалуйста? Кажется, я придумал, как спасти Кэйт. Строчки обычные. Да ёб твою налево! Да ты чего, серьезно? Ой. Я-то не пойду. Ты первый. Не-не-не, ты давай. Давай.
Ты молодой, задорный, давай, я вот открою даже ты дверь. Ты когда будешь первый идешь, алё? Давай, давай. Как клип этого вечера. Лиса, как будет по-французски стоять на месте? Руки вверх. Сетенеран плас леман варлёт. Пиздец, меня убьют, пока я это выговорю. Бонсан, ты же помнишь? Бонсан, бонсан, бонсон, бонсон, бонсон. Что это за... Как по-французски будет, черт побери? Бонсан. Бонсан, бонсан, о, бонсан. Ой, блядь! О, блядь! Бонсан, бонсан. А зачем на французском, если немцы идут? Ты прав. Ну, тогда я буду кричать «Вива ля Франс» и... «Хэнде хох». На, блядь, тебе. «Вива ля Франс!» Это Dark Souls! Смотрите, даже пиксели... Точнее... Пиксели! Гильзы улетают! Ну нет, технически я прав. Вот берите бронежилет, тактический шлем и что-то еще тактическое. Жилет? Ой. Я нажал на F, если что. Мы его убили! Он, подойди, погоди, он отстреливался, сидя на жопе! Иф... Что? Приехал на лифте. Не, классная игра! Хорош! Будут... Все будет бегать. Зато меня предупредили. Черт, суки. Должны это сделать. Я чувствую, что мы должны это сделать. Кольцо квадрата. Но оно больше, чем наш баскетбольный мяч. Давай, давай, давай. Пока еще, видимо, не запрограммировали. И пошел на нее. Вот так, нахуй. Вот так вот. Дается в аренду, супер. Имя школы. Панда. Убийца. Смотри, внимательно наблюдай, говорит, за мной. Нет, тут уже не совпало. Алиса, можно музыку для серферов? Блять, не получается. Так, я не понял, ты чё включила? О нет. There's a shark in the water. These devices can be. Я знаю, что делать. Просто прыгай. На экран не раба. Дамы и господа, я вынужден сообщить вам, что игра вылетела. Ваше здоровье, чтоб попы не болели. Бистика. Все, да, хорошая игра. Торгиости демо называется. Ух, такое вот. А как вам аккуратно так удается в момент, когда мы видим что-то страшное, лепить еще и мем на экран? Это искусство или что? О, нет! Что? А, что? Hi, guys, hey. Разработчики? Разработчики.
Hello, guys. Господи, я испугался, что к нам кто-то зашел. Вообще левая, это разработчики зашли, кек. Так, а здесь что? Так, надо тянуть их, тянуть, тяни, 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 они сейчас упадут, разработчиков? Тяни разработчиков. Они тянут нас на дно. Ох уж этот геймдев. Да что такое, блин, цепляйся. Цепляйся, Стив. Where are you guys? Where you guys from? Hungry. Это Венгрия, да? Да. Я сытый, пишет мне в чате. Блин. I'm not hungry, but hungry. Oh, we gotta go enjoy. Thank you, guys. А Стив остался. Что, Стив, вот ты и остался. Иди сюда, Стив. Скидывай его в воду. Сейчас ты пойдешь купаться, Стиви. О, но, он говорит, мы потратим деньги, вырученные с покупок этой игры на... Топи его теперь на, точно. На шлюх, и не буду говорить, что запретно. Ну да, да, да. Да ладно, с рофлом, с юморком, ребята. Да, да. Да, кто еще так, мог направо, такую игру направо, сделать? Направо. То самое место. Давай его пройдем, то самое место. Не упав. Давай. Блядь. Ну давай. Я хотел просто не зайти. А там оказывается. Сука, план надежный, как швейцарские часы, я тебе скажу. Алиса, включай рон-дон-дон. Залетаю в траводжете в Москву прямо с Алматы. Мой свайк свежее, чем ветер. Лучше придержи штаны. Нажимаю. Да, мы это сделали с первого трая. Изи. Хорош. Приехали. Лучший, что козел. Олега я призову попозже, когда убью тебя. Давай! Давай! Или не убью. Амарант разбанили. Амарант разбанили, а тебя забанили. Смотри, как получилось. Здорово, да? Баланс, помилуй! Что? Как чего? Как блять, как это вообще вылезло-то здесь? Олег, ты со мной? Олег, поговори со мной. Нет, Олега нет. Мне 34 года. Может, 35. Мне сказать, иди нахуй. Хорошо, Олег, я тебя услышал. Спасибо, что на связи остаешься. Измайна. Я... Алло! Ты чертов гений! Спасибо за расшатанные нервы. Меня уже трахают! У меня есть идея не вызывать пока Олега. Сомнительно, но окей. Олег сказал сомнительно, поэтому вызываем его сразу. Что? Предали. Какой трай? Третий. Всем привет, меня зовут Денис, я с канала Love Games. Подскажите, пожалуйста, как слезть с коня? Просто, ну, все предыдущие разы меня сбивали с коня. А, в смысле? А как это возможно? Ну что же? Говори! Последние свои слова говори! Кому говорят, говорю! Это конец! Прощай, моление! Богиня гнили! И клинок Микелу знаешь, куда засунь? Куда-нибудь поглубже, но чтобы я успел достать. Я же знаю, что те игры, которые за 3-4 часа проходятся на Ютубе, мы будем проходить хрен знает сколько. Нет, мой пошлый друг, не сегодня. А, блядь! Господи. Динк, спокойной ночи. Слабак, обосрался. Не хочет знать, что будет в конце.
Конечно, лох тот, кто в течение последующих 10 минут пойдет спать и не досмотрит финал. Да ёб твою налево, опять какой-то пункт. Сколько еще до конца? Да, короче, максимум 10 минут. Да, блять! С меня довольно. Я заебалась. Ну, Финн, хорош. Нет, ну заебалась я ждать. Я пойду спать. Ну погоди еще 10 минут, блядь, куда ты убежала? Нахуй тебя и твой стрим. Мне завтра на работу вставать, ты, геймер хуев. Мы должны дойти до финала вместе. Отъебись со своим стримом, Love Games. Еще 5 минут. Нам нужно досмотреть финал. Тебя не обманывай, ты за час не пройдешь эту игру, долбоеб. Ну, блядь, ну на Ютубе было написано 3 часа, ну кто ж знал-то? Ну на стриме все иначе. Финли, пожалуйста, не уходи. Здравствуйте. Доброго вечера, дамы и господа. Позвольте представиться. Дон Пердон. Он же великий полицейский, великий детектив. Ну и, конечно же, инспектор Гаджет. Вы, кстати, аккуратнее, я вас могу оштрафовать. А ключи-то я спрятал. Ну, точнее, они вот. Но они могут потеряться. О, какие холодные! Это вы клеили стикеры? Я вас найду. Точнее, я вас уже нашел, я вас догоню. Вы знаете, что у вас вкуса нет? Да куда ты, господи, наверх, а не вниз? Да в твою мать ты наверх! Да что ты делаешь-то? У каждого копа бывает особое дело. Стать звездой своего отдела. Ты раскрываешь преступления, и все видят, насколько ты отличаешься от других патрульных. Может быть, это дело как раз из таких. Только, значит, вы отвернулись, а он уже упал. Она лжет! Ты лжешь! Но я хочу узнать вот что. Можешь ли ты применить свои таланты в ходе допроса? Да, сэр. Ну, начинается. Да вы ничего не докажете! Ну, в смысле? Приведите моего адвоката, пожалуйста. В смысле? Я думал, я по всем вопросам пройдусь. Возвращайся и проводи как следует! Окей, пошмакаем еще раз. Адвокат же прибыл? Я хочу с ним поговорить. Мистер Кэллоу, адвокат вам не поможет, я уже вам говорил. Ёп, твою ж налево-то. Элейнор, первый допрос. Да шучу, я шучу. Так, улики у нас есть. Вы не докажете. Докажем, докажем. Да в смысле неправильный? Мальчик, доказательств у тебя нет. Как-то нет. Адвокат уже прибыл. Да нет! Шмеку, шмеку. А, сомнение. Значит, вы застрелили человека из-за часов. Думаешь... Возвращайся в работу как следует! Адвокат уже прибыл, я хочу с ним поговорить. Мистер Келл, адвокат вам не поможет. Мальчик, доказательств у тебя нет. В суде... Да пошел ты, адвокат уже прибыл? Нет, он еще едет, он в пробке застрял. Да черт тебя дери! Да как ты, как? Как оно провалено? Как шляпа-то упала? Какого черта? И он везде улыбается. И костюм, как у меня. Подозрительно. Не знаю, что вы себе там напридумывали, но сперва докажите, что я там была и на него напала. Думаете, вам это удастся, детектив? Не понял. Найдите моего мужа беспомощно топиться, или я подам на полицию в суд. А я же не справился, что ли? Думаете, вы докажете, что я был не здесь? А в смысле? Я не буду сопротивляться, только дайте вещи собрать, а? Ох ты! Сучка! А где он? Он наверх полез? Значит, он... Не-не, все было не так. Вам помочь, господа? Сука, если ты сейчас полезешь по лестнице наверх, то никуда не полезу. Чего вы вообще решили? Я знал, он полез наверх. Мама мия, сеньорита. Анна! Вы лжете? Анна! Анна! Вы лжете или не лжете? Пристрелите его, пристрелите, умоляю! Ну, ёб твою налево. Ну, это же было, блин, так предсказуемо. Ну, куда он опять побежал? Будь по-твоему... О, сука! Блин, игра вылетела, ребят, сейчас, секунду. Мисс Паттисон, вас скоро убьют. Поэтому лучше вам выйти на улицу и сесть в машину. Что значит, убьют? Я вам не верю. Никто меня не убьет. Да вот сейчас Лирой выйдет за спины с пистолетом. Это как вы узнали? Положите пушку. Ну, впрочем, уже поздно, он сейчас вас убьет. Подозрительно. Подозрительно. Я могу только хлопать ушами, как слоненок Дамбо. Хотите, попробую? Да. Тогда скажите, Алиса, хлопни ушами. Алиса, хлопни ушами? У меня нет ушей, только голос и интеллект. Но интеллект тоже может хлопать. Правда, я пока не научилась. Чё ты говоришь? Я говорю, что мне очень нравится эта игра. Какая игра? Именно
еще рыцарский поединок? Виртуальный, конечно. Вы будете рыцарем, а я вашим верным помощником. Давай сыграем. Запускаю навык «Рыцарский поединок». Чтобы выйти, скажите «хватит». Приветствуем вас. Здравствуйте, это игра «Рыцарский поединок». Хотите послушать правила? Да, хочу. В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. У рыцаря есть меч и щит, который можно улучшать. Для улучшения предмета скажите «магазин». Вы также можете купить энергетик, который разово улучшает вашу силу и атаку в бою. Также в игре есть режим поединка. Для его активации скажите «поединок». Рассказать еще? Да не, надо, давайте начинать уже. В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. У рыцаря есть меч и щит, который можно улучшать. Я понял. Для улучшения предмета... Я понял, игра, старт. В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. Да я понял. У рыцаря есть меч и щит, который можно улучшать. Меч и щит. Для улучшения предмета скажите «магазин». Также магазин. Можете купить энергетик, магазин. Который разово улучшает Алиса, магазин. Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Меч. Хочу купить меч. Новый меч будет стоить, наверное, монет. Хотите приобрести? Сколько монет? Новый меч будет стоить, наверное, монет. Что значит монет? Что значит? Сколько монет? Говори, сколько? Новый меч будет стоить, наверное, монет. Хотите приобрести? Да. Вы успешно приобрели новый меч. Шлем хочу. Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Чё тебе непонятно? Шлем хочу купить. Шлем. Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Вы находитесь в навыке «Рыцарский поединок». Чтобы закончить сессию, скажите «хватит». Поединок. Поединок. Алиса, купить щит. Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Хочу поединок. Поединок. Выход. Алиса, выход. Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Помощь! Помощь! В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. У рыцаря есть меч и щит, который можно улучшать. Также в игре есть режим поединка. Для его активации скажите «поединок». Поединок. Дальше вам озвучит характеристики поединок. Вашего соперника, Алиса, который поединок. Был... Поединок! 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 Алиса, поединок! Магазин! Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Щит! Щит! Новый щит будет стоить на 1 монет. Хотите приобрести? Да! Вы успешно приобрели новый щит. Шлем! Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Выход. Извините, непонятно. Воспользуйтесь командой помощи. Поединок. Магазин. Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Шлем. Сожалеем, произошла техническая ошибка. Энергетик. Энергетик стоит 9 монет. Он повышает уровень вашей силы на 9 очков и атаку на 9 очков. Хотите приобрести? Да. Вы успешно приобрели энергетик. Поединок. Алиса, поединок. Алиса, магазин. Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Шлем! Сожалеем, произошла техническая ошибка. Не продают, видимо. Выход! Доступные команды. Магазин, поединок, настройки сообщества, помощь. Поединок! У вашего воина 0 кубков. Магазин! Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Выход! Железный шлем, 1 арена. 1 арена. Доступные команды. Магазин, поединок, настройки сообщества, помощь. Поединок. У вашего воина 0 кубков, 1000 монет, 50 кристаллов, энергетиков, 200 очков силы, меч первого уровня, щит первого уровня, железный шлем, 1 арена. Поединок. Алиса. Поединок. Поединок. Алиса. Магазин. Вы в магазине. Вы можете купить новый шлем, меч, щит или энергетик. Для выхода скажите «выход». Выход. Поединок, поединок, у вашего поединок, воина, поединок, 1000 монет, поединок, 50 кристаллов, поединок, энергетик, поединок, 200 очков поединок, силы, меч первого поединок, уровня, поединок, щит первого поединок, уровня, поединок, железный поединок, шлем, поединок, 1 арена. Поединок, 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 сражаться, поединок, ресталище, ресталище, поединок. Алиса, поединок. Алиса, помощь. В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. Также в игре есть режим поединка. Для его активации скажите «поединок». «Поединок». Дальше вам озвучат характеристики вашего соперника, который был выбран случайным образом. Вы можете сделать удар, команда «удар». После чего противник ответит Алиса, вам. «Удар».
Удар. В игре «Рыцарский поединок» вы управляете средневековым воином-рыцарем. У рыцаря есть меч и щит, который можно улучшать. Вы управляете Алиса, хватит. Отлично. Будет скучно, обращайтесь. С тобой никогда скучно не бывает.